день, вторая половина карантина, вторая неделя. Мы запустили опять завод, потому что надо строить. У нас как-то все это очень медленно идет. Сейчас мы пройдем, посмотрим. Мы пока завод не работал, мы красили дом снаружи. Уже практически покрасили. Мы собрали первый этаж. Сейчас маленькая экскурсия моей замечательной семьи на то, чтобы посмотреть, что получилось. Пошли. Хочу вам показать, что у нас немножко получилось, правда, чуть-чуть как-то грустновато. Мы выбрали такой не самый, наверное, правильный год для постройки. Во-первых, он високосный. Во-вторых, я хотел строить зимой, чтобы был снег и была грязь. Ну и так далее. Тут еще и болезнь, которая тут на нашу страну набежала. И кризис. В общем, худшего времени для строительства я, наверное, не мог себе выбрать. Но как есть, так есть. Поэтому я, наверное, еще более буду его любить. И на сегодняшний момент я радуюсь хотя бы тому, что у нас есть. Мы уже практически заканчиваем первый этаж. Мы сейчас сделаем такой небольшой экскурс по помещениям, если вы сможете это понять, что где и как. Ну, в общем, я, конечно, очень рад тому, что я наконец-то строю себе дом. Это, кстати, первый дом для меня, конкретно для меня. Были дачи, но дом для постоянного проживания – это первый для моей большой и замечательной семьи. А сейчас я вам просто сделаю небольшую экскурсию и расскажу, где что находится. Спасибо. Ну, во-первых, хочу показать вам наш холл. Вот мы входим в дом. Он очень просторный. Знаете, я всю жизнь мечтал иметь холл не маленький, как во всех домах мы делаем, а просторный, красивый. Это некое такое приглашение к дому. Вот он у нас такой, метров, наверное, под 25-26, где будет в этом месте будет гардероб находиться. Здесь есть гардеробная комната для такого длительного хранения. Вот так вот она сейчас выглядит. И здесь такой парадный вход в дом. Вот такой большой проем. Здесь будет стоять дверь стеклянная с двумя витражами. Приглашает нас войти в дом. Это зал. Поначалу казалось, что он маленький, но, в общем-то, в принципе, достаточно большой. Здесь, как обычно, не все учли. Поэтому, если вы обратите внимание, у нас посередине это вот лестничный холл. Слева-справа у нас находится вход в спальные зоны. И вот это такой странный вход. Он был сделан под дверь. Потом, когда я посмотрел, я понял, что они должны быть симметричны. Поэтому мы уже дальше пошли собирать более широко. Мы это вырежем и тоже вставим такие большие стеклянные двери парадные, которые будут симметричны по отношению к лестнице. Здесь у нас находится столовая. Она тоже не маленькая. Я бы сказал, даже большая столовая. Вот это пока перевязки. Может быть, не все понятно и ясно. Но здесь будет большая терраса. Я очень надеюсь, что слово «будет». Скоро я поменяю на слово «есть». Ну и кухня. Мы с женой мечтали о кухне островной. Поэтому для самой кухни выделено больше места, нежели для всего остального. Так что вот такая у нас замечательная кухня. Вот здесь есть технический вход. Вот и вход в спальную зону. Пока здесь ничего не понятно, но дом будет расти, и мы, в общем-то, будем рассказывать о нем дальше. Все, что у нас получается. Очередной день сборки нашего дома. Мы уже собрали первый этаж. Сейчас начали собирать второй. Я думаю, что через неделю, дней через 10 мы соберем второй этаж и хотя бы пройдем вот этот пик дождей, который нам мешал. То есть я уже не знаю, что может произойти еще, потому что все, что могло быть,
сбылось. Мне кажется, еще должен самолет упасть, тогда будет полный набор всяких неприятностей, которые нас преследуют при строительстве дома. Но сегодня я хочу поговорить о толщине бруса, потому что это такая притча во языцах. Нас часто спрашивают, и меня часто спрашивают по этому поводу, какой толщина бруса. Я вам отвечу одно, что я очень хорошо знаю все о домах. Я могу сделать себе любую толщину стены, но я себе делаю толщину стены 180 миллиметров. Давайте подойдем к стене. Вот это расстояние. Убери такой ракурс. Хороший. Вот это расстояние. Это 180 миллиметров. Потому что я сейчас пройду немножко еще раз о доме. Вы видите, какие огромные окна у нас стоят. И делать толще — это просто бесполезная трата денег. В доме будет тепло и так. Ну вот теперь уже видно наши двери. Видите, какой высокий проем. Почему так? Потому что мне кажется, что когда дверь высокая, здесь в частности будут двери 2,30 высотой, они будут выглядеть более массивной, более богатой, нежели маленькую дверь при такой высоте потолка. Высота потолка здесь будет 3 метра, ну, может быть, чуть-чуть больше. Ну, поэтому вот видите, такие большие проемы. Давайте мы пройдем, посмотрим. Уже выпилены окна, уже видны конструкции балок, где будет монтироваться потолок. Здесь сверху будет укладываться. Сейчас мы пройдем. Видите, мы там сверху есть отверстие для прокладки коммуникаций. То есть это уже чердачная часть, там будут коммуникации. Вот такие большие окна здесь будут стоять. Вот мы сейчас входим, кстати, в мою спальню. Вот смотрите, какие брутальные балки везде. И над ними здесь будет практически чердак. То есть вот в той части пойдет уже детские комнаты, а здесь будет чердак. Поэтому мы предусмотрели заранее, сделали все отверстия от существующей коммуникации. Здесь будет стоять моя кровать. Ну, вот смотрите, мы заливали бетон зимой. Мы это уже показывали. Вот видите, от пленки у нас такой орнамент получился художественный, да, на бетоне. Но бетон, он настолько крепкий после его прогрева, что на нем нет пыли. То есть обычно бетон пылит, а этот не пылит. Ну вот, правда, немножко такой вот с таким художественным рисунком. Но в целом все очень здорово. То есть бетон в прекрасном состоянии. Ну и лишний раз хочу показать зазоры, которые при сборке образуются. Все думают, что там мы потом шпаклюем, но это вот как раз тестовали. Конечно, все это будем шлифовать. Неприятно, что лил дождь, что немножко, конечно, брус попал под дождь. Но мы его обрабатываем, поэтому в этом страшном ничего нет. Кстати, у нас такая прикольная штука, у нас две гардеробных. Видите, тут здесь будет стоять кровать и два входа. Там будут такие раздвижные двери. И вот сейчас идем в мою гардеробную. Вот так вот заходим. И здесь будет сделана гардеробная комната в этом месте. Два шкафа, мужской и женский. Чтобы каждый следил за своим порядком самостоятельно. И везде я делаю холлы. Такие тамбуры, которые... Вот, кстати, уже сформировался наш балкон. Вот такой балкон. Такие вот, видите, это уже такие брутальные балки, которые будут держать фасад. Вот это, обратите внимание, какое окно. Да? Вот я сейчас специально отойду немножко подальше. Вот скажите мне, пожалуйста, насколько важно, какой толщины вот эта вот наружная стена, где таких два огромных больших окна. Вот такой брутальный козырек, на котором будет монтироваться свет. Ну, в общем, такая вот интересная. Сейчас вам еще одну комнату, детская. Это комната. Смотрите, какие балочки тоже формируют потолок. Вот она разделит зрительно, вот эти вот видимые балки, зрительно разделят комнату на две части. Как бы зона спальная и зона кабинетная. Ну, такая стола. Здесь вот будет дитё мое маленькое сидеть и грызть гранит науки. Тоже у него такое два больших окна, много света. Комната не маленькая. Ну вот обратите внимание, такая конструкция, куда будет смонтирован потолок в дальнейшем. Ну, мы все это будем показывать. Здесь вот станут два шкафа в этих зауголках. Вот два шкафа, один и второй. И в них как бы проход. И поэтому пока уже более подробное. Здесь, кстати, видите, такой проем снизу доверху. Здесь из кирпича будет сделана стена, и пройдут кабельные сети. Полностью в кирпичной кладке, а не в деревянной стене. Ну, опять стеночка. Просто круто.
Просто круто. Вот эти погоды. Приехал снимать, вот наши ребята там ползают поверху. Только аккуратно, ребят, ладно? Не свалитесь. Это просто переход между башнями и близнецами. Да, да, да. Самое главное, я всегда говорил, это люди, которые у нас работают. И безопасность. И безопасность. Ну, пойдемте сходим на кухню. Здесь еще вставки, перевязки не убраны. Вот здесь будет столовая. Тоже смотрите, видите, какое окно громадное. Такой патио система будет. Это выход на террасу. У нас уже сформировалась терраса. Вот там она такая, видите, где-то есть. Знаете, что это такое? Это стропильная конструкция в верхней части. И знаете, что это означает? Это означает, что мы закончили весь дом здесь, и скоро он будет собран. И мы начнем отделку. Сегодня очень замечательный день. Вон дом, а вот стропилка. Покажи, как она выглядит. Наконец-то. Наконец-то. Я немножко боюсь, но жена говорит, что я должен привыкнуть, в конце концов, к этому дому, потому что это лучшее, что я придумал и лучшее построю в своей жизни. Я думаю, что вы со мной разделите мою радость. Я даже не знаю, мне не верится, что я это все вот получил, потому что не столько было проблем, то там нельзя работать, то идет дождь. Закрыли завод, отменили пропуска. Я не знаю, что еще было. Мы пробивались. Каждый день был как, не знаю, чем он закончится, мы не понимали. Дожди шуруют каждый день. Но в конечном итоге мы сейчас делаем стропильную конструкцию. Видите, вот, сколько деталей приходит. Это деталировка всей стропильной конструкции верхнего этажа. Это очень сложные фермы, сложные соединения. Это просто будет кружева на крыше, которые должны нас держать. Но после этого погода уже на меня влиять не будет. Я начну работать. И будет зависеть только от меня. Ну и, собственно говоря, наверное, от Господа Бога. Поэтому я вас поздравляю, и себя в том числе, с тем, что самое сложное закончилось. Теперь я смогу делать парковку, потому что не надо будет раскладывать по всему участку. Поэтому сегодня день, когда наконец-то все, что мы сделали, мы вывезли и обязательно дней за 10 соберем. Спасибо. Пошли. Ну, цвет, да. Цвет, честно говоря, мне очень нравится, потому что, ну, мне он очень нравится. Потому что он меняется в зависимости от освещения. То есть он, кто-то говорит голубой, а на самом деле он серый.
Ночью он один, с солнцем он другой. Тоже здесь видите, какие сложные конструкции держат. Видите, такие. Все это рассчитывается, это не просто так от дурки. Все это делается правильно. В общем, дальше идем. Идем дальше. Вот так покажу со стороны. Вот такой красавчик. Вот такой красавчик. Для моей потрясающей, замечательной семьи. Смотрите, видите, вот мы сделали специально цвет окна и обсады. Да? Вот я сейчас подойду, обсады более толстые сделали. Объясню почему. Сейчас зайдем, объясню почему. Стекла будут тоже такого же примерно коричневого цвета. И мне кажется, дом растворится. Вот сейчас пойдем внутри, посмотрим, как эти обсады сделали. Потому что это тоже такое новое. Впервые мы делаем обсады так мощные. Потому что окна большие, их нужно закрепить. Если этого не сделать, то оно просто может вывалиться. Вот посмотрите, как выглядит потолок. Бомбически, да? Офигеть. Вот видите, обсады такие мощные. Обсады такие мощные, видите? Вот она идет. Там стоят специальные такие штыри, которые держат центральные. Потом, если посмотреть, вон они там. Видны такие стойки, которые не дают окну упасть туда. Видите, мощные. Теперь я уверен в том, что окна будут держаться, и при открывании они мне не вывалятся. Это мы делаем на больших окнах, на основных. А так, в основном везде обсады сделаны, как делали раньше, из более тонкой доски, потому что здесь уже вываливаться, ну, такая потоньше, ничего не будет. Но обсады практически готовы, и мы, собственно говоря, начнем заказывать окна. Ну зал, посмотрите-ка, вот балкон такой там будет. Офигеть, я просто его боюсь. Давайте пройдемся. Добро пожаловать ко мне в спальню. Конечно, это еще в таком виде, будет интересно посмотреть. Тут, кстати, во время строительства опять пришлось делать изменения. Ту-ду-ду-ду. Вот я вырезал такую дырку, жена меня чуть не выгнала. Потому что я хочу выйти отсюда, открыть патио и выйти здесь на террасе, сделаю такой палисадничек, перед сном, летом посидеть с книжкой, томиком Пушкина, почитать там любимые стихи и потом вернуться в спальню. Ну, у нас здесь есть, конечно, туалет. Вот здесь будут стены из кирпича, вот у нас уже здесь все закрыто. Видите, такие стропильные конструкции, мы закрыли пленкой. И здесь происходит изготовление вот обсадных конструкций, так как здесь нет дождя. Вот, кстати, тоже изменение. Здесь у нас должна была быть вот в этом месте такая, ну, туалет закончен за уголки, вот на этом. А здесь должна быть огромная гардеробная. Мы там посчитали, что у нас столько вещей нет, и, в принципе, нам еще надо две жизни прожить, чтобы забить все гардеробные. И мы решили сделать здесь гостевую комнату. Кстати, с лучшим видом из окна. Видите, такой уберется когда-то. Здесь будет палисадничек. Ну, а там мастерская, котельная. А здесь будет шикардосная комната. Такая интимная. У нас, видите, такие есть холлы, которые просто ну, отсекают всю. Да? Здесь постирочная комната. Там здесь туалетная комната там рядом. То есть уже, видите, мы там делаем такие отверстия под коммуникации. Такие делаем специально, чтобы вентиляцию провести. Пацаны наверху живут. Вот. В общем, скоро начнется самое интересное. Здесь, видите, такой лестничный холл перекрыт такими вот столбами. Там стекла будут вставлены специальные, чтобы закрыть, чтобы дети там не падали. Потолки все прямые. Видите, вот все потолки прямые. Это первый дом, который я делал в стиле райда. Ну и, конечно, самое прикольное. Выходишь и ту-ду-ду-ду. Бумс. Вот такая красота. Поэтому
Я бесконечно счастлив, что у меня начинается новый этап. Просто каждый раз, когда смотрел программу погоды, мне становилось плохо. Потому что дождь. Мы, слава богу, успели покрасить. Вот. Ну а теперь мы соберем. Хотя это непросто будет, потому что я так примерно. Вот все, что вы видите, вот, лежащее вот здесь спереди, видите, такое огромное количество досок, балок. Это стропильная конструкция, которую ребятам нужно собрать. Очень непростая. Потому что даже здесь, обратите внимание, вот, чтобы держать террасу нашу там прекрасную, да, вот здесь вот сделана была вот такая вот сложная, видите, конструкция, которая держит, видите, фермы, которые держат коньки. Вот на таком подобии такого будет сделано сверху. Ну что, увидим, покажем, расскажем. Вот тут будет камин. Вот его место. Здесь будет камин. Такой большой, красивый. Вот. Хотел здесь сделать балкон. Вот здесь балкон сделать. И соединить его с этим вот балконом. Жена не дала. Сказал, дети будут бегать, мешаться будет. Ну, было прикольно, нормально. Ты с этого балкона выходишь. Вот здесь вот будет, шел бы балкон, соединялся вот с этим балконом. Вот, вот сбоку, да. И был бы такой изюмин. Не знаю, конечно, насчет детей бегают, да. Но, честно говоря, еще не вечер. Я знаю, как это сделать и потом. Но пока мне добро на это не дают. А, вот здесь будут висеть огромные часы. Вот видите, вот это место. Такие здоровенные часы будут висеть перед входом, чтобы когда... Вот здесь буду сидеть на диване, и жена говорит, к обеду, я буду смотреть там к ужину, чтобы это было вовремя. Буду контролировать. Начинаем монтировать стропилку. Наконец-то не будем зависим от погоды. Ну а дальше пойдет отделка. Покажем, что где и как. Стропилка тоже очень сложная. Фермы, они держат потолок, чтобы столбов не было. Они заодно придерживают и перекрытие между первым и вторым этажем. Но снимем с вертолета, покажем. Ну, а потом приступим к ландшафтным работам. И приступим к отделке внутри дома. Но мы уже будем независим от погоды. Вот этого я жду с нетерпением. Удачи!
наступил тот момент, который я так долго ждал. Мы прошли огонь, воду. Кстати, воду больше, огня, слава богу, не было. Вот. Но в конце концов мы собрались в дом, собрали стропильную конструкцию и займем сейчас кровлю. Но это все забывается быстро. То есть, когда смотришь в камеру и видишь, когда вода льет в дом, когда сильно переживаешь, но в конечном итоге всегда приходит солнце, приходит тепло, за моей спиной стоит собранный наш дом, и мы начинаем. Начинаем новый этап. Начинаем этап кровли и этап отделки. Пожелайте нам ни пух, ни пера. К черту!